А, он уже близко! Стойте! Стойте, я вам говорю! Стойте! Я вас все равно поймаю! Именно в тот момент, когда мне нужна суперсила Алекса, его рядом нет! Вам лучше сдаться! Вы нарушили закон! Видимо, придется использовать одну из своих суперсил, стать невидимой! А, блин! И куда она пропала? Что же мне делать? Снова получу от начальства! Выключите эту дурацкую сирену! Это было проще простого. Фух, никогда больше не вернусь в этот детский дом. Лучше на улице буду жить. Интересно, что это за девочка? Интересно, кто в этом доме живет? Я хочу увидеть, что случится дальше. Ой! Ой! Голова! Голова болит! До того момента, пока вы меня не сбили. Я тебя спасла, можешь не благодарить. Хм, что, правда? Да, владею я некоторыми навыками. Хм, слушайте, тогда можете мне помочь еще с кое-чем? Ну, давай. Можете меня забрать к себе, пожалуйста? Я готова делать все, что угодно. Я не хочу жить больше в детском доме. Секундочку. Так. Кажется, это судьба. Пошли, вот мой дом. Спасибо большое. Так. Снова этот беспорядок. Алекс! Да, милая, ты уже вернулась. Как видишь, я тебя еще когда попросила убраться в доме? Блин, забыл. Ты же знаешь, у меня это занимает секунду времени. Ну, я бы так не сказала. Здесь очень много убирать. Вуаля! Прекрасно быть необычным человеком. Чего? Разве это было тяжело сделать раньше? Ну все, родная, не злись. Лучше расскажи, кто это к нам в гости пришел? Наша новая дочь Аня. Приятно познакомиться. Что? Джесс, а со мной посоветоваться ты не хотела? Я все проверила по картам. Она именно то, что нам нужно. Так. Анечка, прости за временные неудобства. Вы о чем? Алекс, ты что делаешь? Напугаешь мне ребенка! Думаю, ты способна напугать ее больше своими суперспособностями. Что? Я это вообще, ты что ее заморозил? Да, я ее заморозил. Так она же не узнает. Это я ее заморозила. Алекс, просто положи в Ты мое солнышко. Нет, ты мое. А я тебя больше люблю. Нет, я. Нет, я. Пупсик, но я же лучше знаю. А, снова эта сладкая парочка. Эй, вы! Прекратите! Мисс Тати, не завидуйте. Что? Почему это я завидую? Потому что у нас идеальные отношения, а у вас никого нет. И что? Мне вообще на это все равно. Да-да, конечно. Она любит кому-то настроение с утра испортить. Это точно.
точно. И вообще, мне кто-то скажет, где Аня? Не знаю, она трубку не берет. Мы заходили утром в ее комнату, но Ани там не было. Странно. А вдруг с ней что-то случилось? Ну, честно говоря, она жаловалась на вас в последнее время. Что? На меня? Да как она посмела? Потому и жаловалась, что вы на нее постоянно кричите. И плохие оценки ставите, потому что у вас, видите ли, плохое настроение. Неправда! Я самый жизнерадостный человек! И вообще, у меня не бывает плохого настроения! Ясно? Ага, особенно сейчас. Да что вы себе позволяете? Я буду жаловаться! Мы на вас тоже! Устали терпеть уже это все! Что? А то! Вы нам постоянно такие оценки ставите! Да и вы вообще, кричите на нас! Не встаньте, подождите! Успокойся, не трать свои нервы на глупые ссоры! И то правда. Может, пошли лучше займемся чем-то полезным? Можем Аню поискать. Точно! Да-да, и приведите ее ко мне! Будет знать, как на меня жаловаться. Пошли, Кэт. Пошли. Не, ну придумали еще. Я вообще не умею злиться. Не умею. Слышите? Не умею. Она же до сих пор тут стоит. Что это было? И где все? Ничего не понятно. Что-то мало домашки. Сделаю тогда наперед. Так. Привет. Привет. А ты кто? По всей видимости, я твоя новая сестра. Аня. Интересно. Родители мне ничего об этом не говорили. Да, я сама толком ничего не поняла. Но очень рада, что у меня будет сестренка. А ну-ка. Фу, не так я себе представляла свою сестру. Она еще и ботанша. Ужас. Я не ботанша, а человек со сверхъестественными способностями. И мой образ должен этому соответствовать. Что? Так. Да она же и умничает. Терпеть такое не могу. Ну, во-первых, не умничаю, а ставлю тебя на место. Откуда она все это знает? И вообще... Как это так получилось, что мои родители тебя удочерили? Это долгая история. О, девчонки, смотрю, вы уже познакомились? Ага, Даша мне очень понравилась. Мам, она врет! Даша, прекрати! Сколько тебе раз повторять, что не нужно свой талант проверять на каждом человеке? Ой. О каком таланте идет речь? Потом как-нибудь объясню. Пойдем, нам нужно с тобой поговорить. Пошли. Ну-ну, интересно, долго ли продержится Аня в нашей необычной семейке? Так, и на чем я закончила? Почему девочки всегда опаздывают, даже когда они дома? Проходи, присаживайся. Вы уже помирились? Да, типа того. Понятно. В общем, мы хотим рассказать тебе кое-что о нашей Милая, семье. Милая, погоди, еще ведь не время. А я считаю, что сейчас подходящий момент. Ты опять забыла со мной посоветоваться. Но это почему не всегда так, когда я ничего не знаю? Может, хватит уже ругаться? Даш, без меня... Я такая голодная. Тихо, животик, тихо.
бедняжка. Да, Алекс, лучше займись делом. Ладно, Анечка, что бы ты хотела покушать? Что-то сладенькое или соленое. А лучше то и то. Сейчас я все организую. Угощайся. Как вы это все делаете? Секрет, кушай. Спасибо, я целый день ничего не ела. Интересно, не слишком ли много еды Алекс для нее приготовил? Все, доела. О, живот, как же он сильно болит. Что такое? Я тоже что-то проголодалась. Я возьму у тебя покушать, если ты не против. Да нет, бери, конечно. Я ее спасла. Ну что, Аня, тебе нравится в нашей семье? Конечно. Правда, я не понимаю некоторых вещей, которые здесь происходят. Ты просто еще не привыкла. Ну что, доигралась? Полицейские нас нашли! Прячься, быстро! Куда мама пропала? Она у нас непредсказуемая женщина. Пойду-ка я прогуляюсь, скоро вернусь. Фу, чуть не спалились, фу. Давай чуть-чуть. Бам! Джейк! Ну уж, давайте. Давай! Джейк! Кэт, ты не видишь, что я занимаюсь важными делами? Ты играешь на телефоне. Да, играю. Чтобы ты ходила и хвасталась подружкам, что у твоего парня есть замок. Что, не веришь? Смотри. Ты вообще помнишь, куда мы собирались? Ну да, сейчас доиграю и пойдем искать твою Аню. Все, я устала ждать, пошли. Кэт! Привет. Аня, а что ты тут делаешь? Решила прогуляться. А мы тебя везде ищем. Серьезно? Ну, точнее, хотели везде искать. А у меня для вас есть новости. Рассказывай, где ты все это время пропадала? Представляете, у меня появилась семья! Что? Как? Они, правда, немного странные, но ничего, зато я счастлива! В смысле странные? Они тебя обижают? Не совсем, просто у них дома происходит что-то необычное. Вещи появляются из ниоткуда, мама резко пропадает, а сестра вообще... Походу, мысли читать умеет. Так не бывает, Аня. Бывает! Почему-то я тебе не верю. Джейк, не лезь, я на тебя злюсь. Ну, солнышко. Нет. Ну, пупсик. Ладно. Опять я третья лишняя. Кто у меня самый красивый? Я самый красивый. Короче, заходите поговорить, приходите в гости. Аня, подожди, мы с тобой! У меня сейчас такой прилив энергии. О, да, круто быть семьей супергероев. Серьезно, мам? Я уже задолбалась. Хочется быть нормальным человеком. А не страдать этой фигней. А мама врет. Даша, блин, вот сейчас совсем не смешно. Милая, а ты ничего не хочешь мне объяснить? Мне срочно нужно отлучиться. Как обычно. Пап, скажи, а кого вы больше любите, меня или Аню? Конечно, тебя. Ты ведь у нас самая лучшая. Правда?
Правда, у Ани больше перспектив стать талантливее. Пап! Так, Даша, перестань читать мои мысли, а то накажу. Интересно, как же? Ну... Ха! Эй, отдай! Не отдам. Ну и ладно, посмотрим, как ты потом заговоришь. Папочка, мне нужно тебя кое с кем познакомить. С кем? Знакомься, это мои друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, мне нужно кое-что сделать в целях безопасности, так что не обижайтесь. Что? Так. Эй, ребята, вы слышите меня? О! А это я заберу себе. Так, ну все. Я ничего не помню. Садитесь. Что это было? Сама не знаю. Я тоже хочу познакомиться с друзьями своей доченьки. Вернулась все-таки. Конечно. Они вправду какие-то странные. Молодые люди, не желаете чаю? Если можно. Смотрите прикол. Угощайтесь. Знаете, мне кажется, нам пора. Это точно. Ну куда же вы, ребята? Не расстраивайся, доченька. Найдем мы тебе занятие. Любимая, может, ты сначала хочешь со мной поговорить? Да что тут происходит? Так, спокойно. Не на... Так-то ты спокойней. Получай! Так тебе... Что, неприятно? Мисс Тати, а что это вы делаете? Да так, представляю, что это боксерская груша, мой бывший. Получай! Не повезло ему. Согласен. Фух. Кстати, вы нашли Аню? Почему вы молчите? Вы что, меня игнорите? Я чувствую, что вы что-то от меня скрываете. Рассказывайте. Да, мы ее нашли. У нее теперь новая семья. Чего? Да, очень милая семейка. Я бы даже сказал, крайне необычная. А ну-ка рассказывайте, я хочу знать все. Да, там мне интересно, правда. Точно? Точно, точно. Ну смотрите мне, если вы мне соврали, я вам устрою. Привыкли. А если серьезно, что делать будем? Нельзя там Аню оставлять. Я и сама не знаю. Мало ли, мы еще с тобой от этой семейки пострадаем. У меня до сих пор мурашки по коже. И у меня. Да ну их! Ах, устала я читать. Нужно немного передохнуть. Попью-ка я немного воды. Папа! Да я же просто пошутил, расслабься. Угу. Отдай. Ну ты из люка, прям как твоя мама. Я все слышала. Мама, ты опять послушивала, пока была невидимой. Ну ты же знаешь, как я это люблю. Не смогла удержаться. Ох и девочки.
Ой, да ладно тебе! Кстати, а где Аня? Наверное, до сих пор в гостиной. Алекс, ты опять? Ну а что? Она психовала. Должен же я был ее успокоить. Я ведь хороший отец. А ну-ка. О, как же я устал с этими детьми. Хочу рвануть куда-то на отдых. Один. Папа, папа. Даша, тсс. Ну так что, мы будем Ане когда-то признаваться или нет? Я думаю, не стоит. Она должна пройти испытание. Мало ли, она не сможет выдержать нашу семейку. Это не так легко, как кажется. Я ведь сказала, что проверила все по картам. Она нам предназначена судьбой. Не люблю я слушать такой бред. К чему-чему, а твоим картам я не верю. А во что ты веришь? Скажи мне, пожалуйста. Я поверю только тогда, когда увижу, что она пройдет испытание и будет готова с нами жить. О, спасибо, папа, хоть ты меня понимаешь. Какие вы злые! Мам, мы же знаем, что ты до сих пор здесь. Неправда. Ладно, пойду я. Я тоже пойду в комнату. Еще столько всего учить. Во что бы это мне переодеться? Аня, и что ты тут забыла? Вот, выбираю себе наряд. Не могу понять, какой я красивее. Это или это? Вообще, они оба страшны. В этой семье, видимо, никто в стиле не разбирается. Хватит осуждать людей, Аня! В смысле? Я ничего такого не говорила. Я все знаю. Слушай, сестренка, можно у тебя кое-что спросить? Давай, только быстро. Если не секрет, откуда ты все знаешь? Я много учусь, вот и все. Но я сомневаюсь, что можно в книгах узнать, о чем думают другие. Сразу видно, что ты учиться не любишь. Ну если серьезно, в чем секрет? Мой тебе совет, не сунь свой нос туда, куда не стоит. Понятно? Ну, типа да. Точно? Ну, Даша меня теперь запутала. Совсем ничего не понятно. Ладно, объясню еще раз. У нашей семьи есть секрет, в который мы тебя посвящать пока не хотим, так как ты под вопросом. Серьезно? Да, а теперь иди и не мешай мне. Хорошо. А ну-ка. Ха-ка. Сама такая! Да мило, меня это Аня. Так, привожу себя в порядок и быстро сажусь за учебу. О, кто это пришел? Привет, а мы к тебе. Что-то случилось? Это мы у тебя хотели спросить. У тебя все хорошо? Ну, вроде да. А что? Просто, если тебе тут плохо, мы можем тебя забрать. Пока никто не видит. Ну я даже не знаю. Они что, тебе угрожали? Ты только скажи, мы обратимся в полицию. Да не надо, я думаю, сама справлюсь. Но мы за тебя переживаем. Пошли с нами, пока не поздно. Ребята, не стоит. Но почему? Мы же видим, что тебе тут плохо. Кажется, кто-то идиот. Можете идти домой. Я сама во всем разберусь. Ай, ну Аня, подумай, пожалуйста. Аня, мы помочь тебе. Аня, пока. У меня появилось одно очень важное дело. Этому плохая оценка. Этому тоже. А почему? Потому что мне так захотелось. Здравствуйте, мисс Тати. А, снова вы! Еще и за ручки пришли! У меня такое чувство, что у нее настроение с каждым разом только хуже становится. Угу, с
Согласна. И, кстати, когда вообще Аня вернется? Мне без нее скучно. Не на кого даже накричать. Она больше не вернется. Как? Мы вот были у нее в гостях, и она с нами попрощалась. Эй! Я вам что сказала еще утром сделать? Найти Аню и привести ее ко мне. А может уже хватит нами командовать? Мы уже устали от вас и от вашего поведения. Это что вы имеете в виду? А то, что вы ведете себя как маленький ребенок. Да. Что? Да как вы смеете? Все, мы от вас уходим. Навсегда. Эй, ребята, подождите. Раньше надо было думать. Да, я же пошутила. Разве не смешно? Ну не уходите, прошу. Ребята. Итак, мне нужно расписать все, что я наблюдала за все время, проведенное в этом доме. И надеюсь, у меня сложится пазл из всего этого. Так, и что я имею? Если это поставить сюда, а это сюда... Стоп! Кажется, я поняла! Я знаю секрет! Мам! Мам! Ну, мам! Я знаю, что ты здесь! А если я скажу, что знаю ваш секрет? Доченька, какой еще секрет? Подожди! Что тут за крики? Мне нужно с вами поговорить. Алекс, видимо, она узнала о нашем секрете. Что? Нужно срочно остановить время. Уже не получится. Что? Как? Даша, срочно иди сюда. Что же такое? Вы меня отвлекли от важной конференции. Прочитай мысли Ани, быстро. А у меня не получается, я не могу понять, почему. Аня, кто ты? И что тебе от нас нужно? А ничего, просто я наконец-то узнала, что вы от меня скрываете. И что же ты узнала? Да это невозможно, она побыла тут всего один день. Вы семья супергероев. Мама может видеть будущее и перевоплощаться в невидимку. Ага. А папа останавливает время и исполняет желания, как самый настоящий джин. Вот это да. Ну а Даша умеет читать мысли. И вас ищет полиция, потому что вы используете свои суперспособности в корыстных целях. И что, ты теперь нас сдашь в полицию? Дайте мне подумать. Конечно же нет! Просто я хотела вам доказать, что я идеально вписываюсь в эту семью. А я вам говорила, и не раз, а вы мне не верили. Моя дочь! Первый раз встречаю такую талантливую девочку. А я человека умнее себя. Ну что ты, Даша, мне до тебя еще далеко. А знаете, родители, она мне начинает нравиться. Ну что, теперь мы официально принимаем Аню в нашу семью. Да! Ура! А вы же меня научите всяким суперспособностям. Ну